Рады вас приветствовать на нашем канале. Сегодня у нас первое кормление наших малышей, наших данюшек. Помните, пару дней назад у нас тут их было намного меньше. Висели они на стенках, проклевывались. Ну а теперь вот проклюнулись наши малыши. Вот они там барахтаются. Ну, в общем, пришло время наших малышей покормить. Ну, тоже вот видно с этой стороны. Так, сейчас немножко настроимся. Так, где наш великий кормилец шприц? Вот. Готовился и потерял. А вот он, все, нашелся. Вот наша инфузория. Одной рукой неудобно, переболтыхалось все. Вот, в принципе. Вот внутри инфузорька для наших малышей. Вот так вот, не спеша. Ну и наших крошек подкармливаем. Вот сразу увидели живой корм, активность повысилась. Не очень, конечно, через контейнерное стекло, так скажем, видно и саму инфузорию, и малышей самих. Вроде сфокусировалась и пропала. Не хочется этой стороны. Ну вот видно, как из шприца небольшое облачко такой пыльки. Это вот и есть инфузорька. Вот, так что это у нас первое кормление наших малышей. Будем ждать, когда подрастут. Денька 2-3 на инфузории посидят. Дальше перейдем на нематоду. Может быть, заколотим еще и эту артемию. Ну, что-то как-то не очень хочется. Вот эти наши малыши выросли вообще без инфузории. Сразу на нематоду я их сажал. И в принципе 113 штучек у нас нормально так живут. И падежа никакого нету у малышей. Вот такое вот у нас утреннее кормление получилось. Всем спасибо, пока-пока.